Как правило, в проекте «Стихи живут» принимают участие коллективы различных организаций, работающих на территории Ленинского городского округа. Но в этот раз понятие «коллектив» организаторы проекта решили трактовать шире. Стихотворение дагестанского поэта Расула Гамзатова под названием «Берегите друзей» читали представители различных национальностей, проживающих на территории муниципалитета. А сам эпизод посвящен Дню народного единства. Знай, мой друг, вражде и дружбе цену, и судом поспешным не греши. Гнев на друга может быть мгновенный, изливать покуда не спеши. Может, друг твой сам поторопился и тебя обидел невзначай. Провинился друг и повинился, ты ему греха не поминай. Люди, мы стареем и ветшаем, и с течением наших лет и дней легче мы своих друзей теряем, и обретаем их куда трудней. Если верный конь, поранив ногу, вдруг споткнулся, а потом опять, не вини его, вини дорогу, и коня не торопись менять. Люди, я прошу вас, ради Бога, не стесняйтесь доброты своей. На земле друзей не так уж много, опасайтесь потерять друзей. Я иных придерживался правил, в слабости усматривая зло. Сколько в жизни я друзей оставил, сколько от меня друзей ушло. После было всякого немало, и бывало на путях крутых. Как я каялся, как не хватало мне друзей потерянных моих. И теперь я всех вас видеть жажду. Некогда любившие меня, мною непрощенные однажды или не простившие меня. Это был уже 18-й эпизод проекта «Стихи живут», а сам он существует уже более года и находит поддержку среди жителей Ленинского городского округа. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.